Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую на своем дневном канале. Пока я везу тушенку из Цюриха в Берн, решил с вами обсудить парочку вопросов по State of Decay 2, а именно какой контент дальше записать. У меня есть пару направлений: либо мы выберем какой-нибудь челлендж. У меня на примете есть челлендж с использованием только крафтовых вещей. Ну, то есть мы вообще лутать оружие никакое не будем. И будем пользоваться только теми предметами, которые мы скрафтим. Вот. Второй вариант это пройти Heartland. Так, что там со светофором? Зеленый. Окей. Вот, первый вариант, конечно, интересный, но его надо как-то расписать или обсудить. Есть там небольшой вариант на канале, там одном иностранном уже есть. Есть пример, но это все как-то там нужно расписать более подробно, например, какие там вещи можно лутать, какие нельзя. Например, там тот же самый генератор, его, например, можно или нельзя, его уже вроде можно скрафтить. В общем, такой вариант есть, но надо его расписать. Если есть люди, кто готов там как-то в комментариях подробно написать, какой челлендж может быть, то приветствуется, естественно. Вот, по Heartland'у можно записать целый, как это называется-то, что-то у меня из головы все вылетело, совсем уже сдурел с таким режимом. Целый сезон можно записать, поиграть, там много интересных квестов, которые раскрывают там какие-то события, о которых, ну, вообще в обычном прохождении там ничего такого нету. Можно как-то погрузиться больше в события, какие там происходят с этим, с вирусом и все такое, поуничтожать чумные стены. Там чумных сердец толком нету, есть зато чумные стены, и можно там, в принципе, перестрелкой заниматься очень активно, такую войну устроить, потому что с патронами и с оружием там проблем вообще никаких, в принципе, нет. Вот. Также еще начал проходить Remnant 2. Не знаю, как он там пойдет, не пойдет. Может, через пару дней выложу пару серий. Посмотрим. Вроде игра неплохая. Эй-эй. Так что посмотрим, поиграем. Также вы можете написать, какие игры там вам интересны. Писали по RimWorld. RimWorld, конечно, игра интересная, но не знаю, всем ли она зайдет. Мне она очень-очень даже понравилась в свое время. Надо ее только прикупить, и все. А так, в принципе, есть еще несколько игр, которые у меня куплены в сфере выживания в зомби-апокалипсисе и все в таком духе. Но надо как-то к ним сначала приловчиться. Подрезал я там типа слева. Злой, наверное. Ой. Так, тихо-тихо. Я налево. Вот. Так что надо подумать. Я немножко отдохну от State of Decay хотя бы до выходных. Поставим такую дату, типа субботу. В субботу можно будет запустить стримчанский, залететь туда дружненько, и уже точно, чтобы до субботы было понятно, какой у нас будет формат. Что мы выберем? Heartland или залетим на эту же карту, но с каким-то челленджем, чтобы как-то
пройти ее интересненько, чтобы было там тоже с одной стороны не так легко. Хотя я бы не сказал, что было легко. Было, в принципе, нормально. Учитывая, что последний сезон я не по-новому не начинал сообщество, это уже, в принципе, нормально. Но надо все эти вопросы обмозговать и прикинуть на чертеже, как это все будет. Так, опять я не на своей линии, не на своей полосе. Так что подумайте. Я еще до субботы как раз чуть-чуть подлечусь, а то у меня что-то все никак не проходит горло. Хандра какая-то налетела на Питер. Даже по работе я смотрю, у меня где-то 60, а то и там где-то больше половины, да, клиентов. Все болеют. Сам тоже слег, поэтому надо чуть-чуть подлечиться. Вот. Что еще? Какие-то игры, да, если интересно, тоже пишите. Я бы, конечно, может быть, какую-нибудь стратежку еще поиграл, чтобы особо не рыпаться, сидеть мирненько на жопе и строить войска и там воевать против каких-нибудь узурпаторов. Если есть такие любители, конечно, тоже приветствуются. Ваши варианты будет интересно почитать в комментариях. Вот. Ну и какие-нибудь симуляторы. В принципе, я человек всеядный. Главное, чтобы было интересно. Так, все нормально. Вроде уже почти доехали. Тушенка в целости и сохранности. Так что, ребят, пишите, думайте. Есть до субботы времечко подумать по поводу State of Decay 2, что можно придумать. Куда какие челленджи запихнуть, какие условия придумать. Либо просто запустим и пройдем Heartland. Думаю, идея здравая. Так, как там гудеть? Ага, все нормально. Аж, по-моему. Ага, все. Блин, дружище. Дай-ка мне. О, нормально. Так что пройдем. Какие еще игры я бы прошел? Их, конечно, большое количество. Учитывая то, что у меня куплено. На рождественские и новогодние праздники, я думаю, можно мне присесть плотненько за Ведьмака третьего. Как раз под новогоднее настроение, думаю, залетит вообще бомбезно. Так. Куда мне? Сюда? Нет, не сюда. Вроде сюда. Ой. Так. Что тут? Припарковаться еще надо, что ли? Так, ага, так, Enter. Так, где оставить? Давай вот так. А, вот сюда, да? Так, окей, сейчас поставим. Так, как тут? Сейчас поставим. Так.
Надо, наверное, туда дальше. Я так не встану. Я дальнобойщики 2 играл, так что опыт есть. Ага, так. Да выкручивай, куда ты? Сейчас все будет. Ах. Беда. Так, тихо. Что-то у меня не то получается. Так. Да, мне надо чуть-чуть. Не туда я выкручиваю его. Да, подзабыли ручки, конечно. Подзабыли. Во. Да, перекрутил я немного. Хорошо идет. Так. Опа. Подходит? Так, Т. Чик. Расцепка. Ништяк. Так что, ребят, жду вашего мнения, что вы ждете еще от State of Decay. На все ваша воля. Ну что ж, ребят, на этом все. Всего доброго. Пока.